маленький герой Библии. Иосиф. Отец Иосифа подарил Иосифу особую одежду. Его братья позавидовали. Братья захотели избавиться от Иосифа. Они продали его торговцу, который направлялся далеко-далеко. Они солгали. Они сказали своему отцу, что Иосиф умер. Иосифа посадили в тюрьму в Египте. Фараон, правитель Египта, узнал, что Иосиф может толковать сны и сказать, что они означают. Бог помог Иосифу растолковать сны фараона. Фараон был так счастлив. Он сделал Иосифа правителем Египта. Братья Иосифа приехали в Египет, чтобы купить еду. Иосиф простил своих братьев. Он сказал им, что Бог послал его в Египет, чтобы помочь людям, в том числе и им. Вся семья Иосифа переехала в Египет. Иосиф снова увидел своего отца. Иосиф счастлив, что Бог всегда с ним, и что он снова собрал его семью вместе. Вот моя семья, но любит папа больше всех меня.